Щелкове организовали мастер-класс и концерт для танцоров и хореографов. Его провел заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николай Андросов. Он один из наиболее востребованных хореографов в России и за рубежом. Маэстро ставил спектакли на крупнейших театральных площадках мира, в Большом и Мариинском театрах, Венской и Римской опере, для Имперского русского балета. Теперь делится своим опытом с любительскими и профессиональными танцевальными коллективами и их педагогами. Все хотят какой-то другой немножко уровень общения между артистами и зрителем. Поэтому сегодня можно будет задавать вопросы. Мы с вами попробуем разучить некоторые элементы даже на сцене. Главная задача, которую мы перед собой ставим, это возрождение, сохранение и развитие традиций народного танца России. Николай Андросов рассказал о различных аспектах хореографии, уделив внимание технике композиции и выражению эмоций через танец. Участники активно задавали вопросы и обсуждали профессиональные темы. И раз, и два, и три, и четыре. Такое переплетение ног. Встречу в таком формате мастер провел впервые. Хореографы получили уникальную возможность узнать о новых приемах в танцевальном искусстве и вдохновиться идеями для будущих постановок. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.